Значит, мы играем такие на равных, играем. Знаете что? Походу попадаем в следующем матче на них же. И это будет матч-реванш. Матч, который ждали все. Все звезды, полузвезды, недозвезды и так далее. В общем, рассказывайте, как у вас дела, как настроение, как семья, как дети. Счастья вам, здоровья, любви, секса, наркотиков и так далее. Трешечка, трешечка. Неплохо, хорошо зашло, хорошо зашло. Хороший подбор. Хай, хай, хуяй, блядь. О, я лох. Give me an alley-oop. Короче, они играют все время через одного игрока. Блять, подбор проиграл. Да дам я тебе пас. Поставить блок? Нет. Ну, на самом деле, он должен был блок ставить. Вот был бы там центровой. А, блин, молодец. Хорошо поменялся. У них дизмораль? Или они так же делают камбэк, как... О, блядь, я лох. А, там проебался чувак. Вот, как-то странный любимый наш китайский рандом, блядь. На самом деле, с маленькими... Играть центровым с маленькими, это вообще... Особенно... Блядь. Блять, хорошо, он трёхи не кидает. Нормально. Кажется, у кого-то дизмораль после прошлой игры, это, конечно. Блять, не пойми, кого держу нахуй. Потому что все так меняется быстро. О, я прыгнул, я молодец. Ну, один хуй забили, не через моего, так что. Так что, в принципе, похер. Итак, надо на спинку поставить. О. Active defense было написано. Блять. Как мы подбор проиграем? Как мы проиграем подбор, скажите мне? Скажите мне, как мы подбор проиграем? Какой молодец. Ассист. Запишите, пожалуйста, ассист мне. Спасибо большое. А, супер ассист, супер пас и так далее. Блять, о, ёбаный в рот, я сам нарвался на ёбаный заслон. О, какой он еще. Ну, кстати, мог забить, он зря скинул. Потому что я совершенно в другую сторону улетал. Это была совершенно херовая тактика. Красавчик. Красавчик. Нормально, нормально. Мне заслон поставили, охуенно он забьет. Че не поменялся-то? Че не вышел? Окей. Скорее всего, это просто я уже булочки расслабил. Вот какой заслон поставил, правда. Какой заслон? После заслона сразу чувак зашел и забил. Какой он молодец. Ой, это я. Я вот болтаю, короче, и все время пытаюсь не те кнопки нажимать. Это странно. Это, конечно, не странно. Совершенно не странно. Нормально. Они как-то, знаете, вот я смотрю, эти мелкие против мелких играют очень легко. О, блядь. Блядь. Ну не надо уж так меняться через всю поляну, скажи, друг, а? Через всю поляну, блядь, меняется. Через всю поляну меняется. Рано прыгнул. Он думал, что я после перевода сразу данк нажму. Блядь, ну... центр, говорит. Хуентр, блядь. О, хуентр, ментр, блядь. О, молодец, пацан. Да-да, прыгай со спины, прыгай. К сожалению, ты маленький. Можешь это сделать, но... Блядь, все, не меняйся, нахуй, не меняйся. О,
кафельно. Вообще не знаю, зачем мы с ним меняемся на самом деле. Ой, я был близко совсем. Я вообще не знаю, зачем меняюсь, потому что, ну, лично я себя уверенно чувствую против него. Типа, ну, не знаю, я либо стал привыкать ко всему этому, да, либо он хуёво кнопки нажимает. Блять, хуёво поменяюсь. Точнее, я очень долго заслон обходил. Get ready, get steady, ready, steady. О, молодец, пацан, блядь, дебил. Ага. Вот зачем он это делал тут? Я вообще не понимаю. Я, конечно, вот видел вот эти вот прикольчики, когда со спины мяч отбирают. Но, блядь, это же совсем другое дело. Как мы поменялись охуенно, как он. Прыгай. Брат, ну что ты не прыгнул? Ой-ой-ой, это хуёво. Только что я просрался. Сука, поменяйся, брат. Бля, ну как он его обыграл-то? Он прям на него, на лицо, ему в лицо шел. Get ready, get steady. Ага, чё, я пас не могу давать, думаешь, потом? Соси, блядь. Смешные людишки, конечно. О, блядь, вот этого тяжелее держать, чем того с СГ. Нормально. Этого тяжелее держать, у него скиллов больше, блядь. СГ одно тоже дело постоянно. Блядь, далеко было, далеко, далеко. Too long. Ладно, давайте я отойду, вообще не буду им мешаться. Давайте, типа, сделаем изоляцию, давайте. Ой, хуёво познал. Блять. Хуя они это делали. Вот, знаете, вот у вас стоит под кольцом центровой, да? Стоит центровой под кольцом, да? И у вас... Да, зачем он сейчас забил, скажите? Зачем? Чтобы тот чувак трёху кинул, блять? Пиздец. Он сейчас у вас наебёт и кинет трёху через него. Ну, охуенно. И забьет. Давайте он забьет. Давайте. Давайте сделаем игру. Слава богу, блядь, не забил. В общем, очередная игра, очередная победа, очередные странные пацаны. I was free. Ага, поздравляю. Ладно, всем счастья, здоровья, любви, простите. Эту игру я комментировал хуёво, я прям чувствовал.